томат Мистер Сноу. Этот сорт относится к низкорослым сортам, так называемым гномам. Кусты у этих сортов такие мощные, толстые стволы, темно-зеленая листва, отличаются от всех остальных томатов. Вот такие вот плоды бело-желтого цвета, плоско-округлой формы. Это очень урожайный сорт. При полном созревании бывает вот здесь вот такая оранжевая верхушечка. Плоды очень ароматные, массой до 200 грамм и более. Вот сейчас взвесим. Один томат 237 грамм. Но это еще не самый крупный экземпляр. Теперь посмотрим, какой этот томат в разрезе. Вот такой вот многокамерный, но тем не менее очень мясистый и сочный. Вот сок капает прям в тарелку мне. Этот сорт томата подходит для употребления в салатах в свежем виде. Очень вкусно скушать такой томат. Тоже всем советую его выращивать. Высота куста этого томата достигает до метра. Этот куст не требует посынкования. И по срокам созревания это среднеспелый сорт. До созревания проходит 110-120 дней.